У нас в танках тогда Вилаша, Рарник и Малифицист. А где Малифицист, кстати? Ты зайдешь? Кто ты там лофнулся? Он в чате вон. Дайте ДКшнику пойти. Я ДКшник, мне квест на Дискаре сделает там на монетке давай. Найти. Давай, похуй. Три ДКшника на боссе, тогда Рарник на трэше. Всю хуйню знаете про ГМХМ, там рассказывать не буду. Особенности никакие. Самое главное, что вы должны помнить, это приоритет трэш. Пока трэш живой, вы играете в трэш. Только когда, если скажу босса, переводим, тогда фул по боссу. Ну и на выживание, то есть если начинается переходка, там босс с центра идет уже к решетке. Там немножко обратите на выживание, там больше дамага по рейду будет проходить. Не обламывайтесь там гимн на хп сдать. Не всегда буду говорить. Тихо, извиняюсь. А. Чё? Чё я пропустил? Чё-то пропустил. Кто я это? Не знаю. Это Синтек, я что-то пропустил? А хуй знает, да вроде нет. Понятно. Так, ну Вадикон, не знаю, еще давай разок суману. Все, призыв начат. Все, пошли трэш и машить. Печеньки быстро себе форманем. Как вы думаете, оставлять 100 гп за 260-ю шмотку? Ну, в принципе, тут вы 150 там нажимаете. Слева-справа приведите еще трэш. Или не оставлять. На печати только оставить 200 и все. Ну вот я бы посох забрал с этого босса. На мишку опять пойди. Не, на сову. Но у меня мишка там одет, ему только клинка нужна. Всё. Хотя я что-то танчу, как-то все равно меня убивают. Ну, многое от хилов зависит, которые мишку хилят. Если даже не сказать, что все зависит от хилов. Имея хороших хилов, можно танчить любым танком. Ротоваром, мишкой, похую. И хороший на пол. На пол, да, обязательно. Ебучие эти мобы, блядь. Какой лысый постоянно кидают. Давайте там прожимайте крылья, я хуй знает. Там. Посильнее, чтобы эта хуйня разлеталась уже. Прожимочки там не жалейте. Что у нас вообще? Давай пока эту хуйню всю бьем, я посматриваю людей. Мне интересно, что у нас доваки? 250-й. Одет во всякую парашу. Камни еще. В 64-м поясе. ЛКшные. Т4 есть, но не апнутая полностью. Довакин, у тебя еще какие-то есть персы? Или это твой первый персонаж единственный? Энх есть. Энх залупа. Эршама делай. Будешь. Эршам не хилит. Спойлер. Как не хилит? Все хилит. Нет. Интерворлд посмотрим. Блять, он вообще. 45-й пухи, его тоже апать надо вара. Ну если типа иметь в виду, что он будет играть. 45-я нихуя не апнутая, все. Вот шапка апнутая. Урдак 45-й. Ну, грубо говоря, вот если персы будут не такие, как Довакин Интерворд, я два посмотрел. Если они фул 260-й будут, там охуенные пухи, все там. Фул 264-й шмот. Апнутые Т4. Камни, фул, да.
вот это всех ломать. И давать, если они будут под 20, 19, 18, 20, тогда эта собака станет реальным боссом для нас. Но это нужно, чтобы все такие были. Дальше смотрим мага. Убежал куда-то маг. Так, смотрю лока килья поближе. Новый лок какой-то, 256, катушка. Кинжал беспонтовый, конечно. Тапки какие-то, 260-е, скары, наверное. Пояс беспонтовый. Кольца вообще пиздец. Надо вместо этого кольца какое-то другое. Так, Т4. Нихуя не апнутая. Но это только начало. Какой он ДПС дает этот килья по сравнению с их торкой? Больше дает. А он в демоне? Ну, демоны, говорят, больше дают. Ну, у него демон, у него демон другой спек. У него с этим, со стражем скверно. Без беса. В общем, надо улучшать персонажей. Как только персонажи будут одеты охуенно, с обычки. 264-й фулл шмот. С чешками там. Со всякими хорошими там шмотками. Тогда будет получше. Так, на кубы 5 человек. Плюсы. 2 носка. Сколько бафов? Чё? Сколько бафует твой демон? Так, а их торка. Давай водикон по старой памяти. Там челики плюсовать не хотят, придется самому назначать вас. Песа на кубах стоял? Так, Ванцент стоял на кубах? Стоял. Так, Ванцент оставим. И еще пятое тело надо. На кубы пятое тело есть какое-то смелое? Может быть? Песа, давай ты нажмешь тогда луну. Смелое тело? Да. А че вы тут стали? Заходите сюда. На боссе первый я, потом давай Биг Дэмэдж, ты второй, и Вилаша третий. Рарник на трэше. С пула не забывайте, а надо кого-то сумануть, и бисера нету у нас. Бурябай. Где бисер? А я не Сима, это кто? Я не Симо. Я не Сима, ты кто в рейде? In the world. А, Interworld. Который чудо-яйца был, Вар, да? Да. Сука, это тот самый Interworld, который игру удалил. Я обещал, что не вернется. Это ебаная игра на самом деле, блять. Жопа горит с этой хуйни. Бисер, ты тут? Ну чё, потихоньку, помаленьку. Пока мы будем шемы делать, уже понерфит целка еще на третий раз. Геру, и тогда уже будем 277 шмот одеваться. А когда 277 оденем, уже собаку будем закрывать, чисто зергать. До первых рельсов просто будем разъебывать. Все, бисер тут, еще раз проверка. Я грипну дальних. Все готовы, на счет 3 пуляем. Раз, два. Дайте каску МП5. Давайте, запускайте ближних танки. 3 танка я дальнего грипну. Фулл АОЕ прям мощнейший дамаг даем. Так, а, рависта нету. Сука, кому истерию дать? История тебе, да? Пока тебе истерию давал, там чужетворец прокастовал исцеление этим. Кстати, у нас же 3 истерии теперь. Да, так просто. Кидайте его на топу, на Святоса. Только в одного челика не кидайте, все две. Прям уешьте максимально эту хуйню.
чтобы припоты выпить там минута. Минута 10 секунд. Примерно. Если есть возможность больше ДПС в чертворца дать, то, конечно, быстрее чертворца убивать. Через него играть. Нормально. Сейчас еще на приботы останется время. Все, расстановочка. Коня можно поменять на ретрика скоро. Там кто с это Песа возле луды сразу пози. А вот все. Все, короче, кто на кубах возле... О, они будут танчить. Первый. Рарник. Рарник на трэше. 2 секунды до пула, готовимся. Ой-ой-ой, блядь. Зачем вы уменьшили, сука, бедного Мактеридончика, блядь. Надо, он потом будет увеличиваться, уменьшаться. Будет неудобно. Потом не уменьшайте его больше после этого. Так. Удар меня не убил. Так, следующий Вилаша, готовимся. Вот печать Мактеридона, видите, на вас повешена эта хуйня. Не словите каст. Чтобы вы себе не потратили пол маны. Будьте без маны, нахуй. Сука, буду хуесосить силы. Вот у Синтека уже полманы нету, но что бы ты, интересно, мог ее потратить? Верно, кастанул что-то. А что, мне кажется, забагали фрейм, да, я так понимаю, вот этой хуйней. Да, да, да. Я Савилаша не забираю. Нахуя вы эту хуйню кастовали, ёбаные кулинары, сука? Теперь бить босса, чтобы миликом, нужно находиться прям в самом очке босса. Вспышка, блядь. 5 секунд. Так. Кубы. Нажимайте кубы. А что за хуйня? Нахуй вы отпустили? Ну и где еще лучи? С луны чё? Нормально вайп, да? Давай, вайп. Блять, и... во-первых, нахуй, уберите эту хуету кулинарную, это раз, блять. Засуньте ее себе в жопу, нахуй. Во-вторых, блять, вы встали на кубах. Вы тут, это, первый раз, нахуй? Ёбаный рот, нахуй. Еще раз объясняю. Вот третья пати, кто на кубах. Когда босс кастует каст, сначала он кастует луч в один из трех ворот, блядь, для призыва бесов, демонов, нахуй. Когда каст заканчивается, вы нажимаете кубы. Не до каста, не после, не перед, нахуй, не через 5 минут, нахуй. Как только он докастовал этот луч свой ебучий, вы нажимаете кубы. Кубы должны одновременно 5 лучей в босса направлять. Если вы, сука, по одному будете нажимать эти кубы, то босс просто вайпнет рейд, как сейчас мы вайпнулись. Если вы эту хуету не понимаете, нахуй, я не понимаю, что вам еще, блядь, надо, блядь. В этой игре для 12-летних детей, блядь. Третья пати. Стоим возле своих ебучих кубов. Нихуя не нажимаем. Закончился каст босса, вспышки скверны. Нажали куб. И стоите, смотрите, сука. Если 5 лучей в босса попали, босс в чат пишет красными словами, сука, по черному, блядь, экрану, нахуй. Нет, только не снова, нахуй. И как только эту хуйню вы увидели, вы можете смело отпускать, даже не ждать, когда вас спросят отпустить, нахуй. Блядь. Короче, чтоб такой хуйни больше не было, нахуй. Ну, чё это за хуйня? Вы тут первый раз, что ли? На кубах нехуй делать. Стоите, ждете. 5 лучей одновременно в босса попали, отпускаете, блядь. И босса не уменьшать, блядь. Хули вы там сидите? Заходите сюда. Там что, рыба стоит? Да. Рыба ест за 10 секунд, нахуй. Да хуя, что-то уже время прошло. Манца, манца. Выходите быстрее, блядь.
все готовы запускать в ближайших. Хуярьте. Истерии там раздать, я по их истории там. Сука, по себе дал нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Надо макрос написать по Малсоверу истерию, сука. Так, кастану войском. Эту хуйню тоже доуешиваем, чтобы приботы выпить. Ой, блядь. Надо еще успеть резнуть его. Ну, давайте быстрее добивать. В принципе, 20 секунд есть нормально. Фулл баф по нему. Резай ману там. Секунды готовимся. Мне кажется, один хуй у него такой же фрейм, да? Ну-ка. Да, что-то. Или он такой нахуй изначально был, блять. После... Ну, он такой и есть, чувы. Ясно, нахуй. Сука, ебаные админы, нахуй. Ладно, похуй. Милики привыкнут. Надеюсь, на Халионе такого не сделают фрейма, блядь. Я в ахуе, блядь. С печатью там не забывайте стопать каст. Там типа дотки можно вешать. Кубы 5 секунд. Так, готовимся. Вот каст прошел, нажимаем 5 кубов. Все, отпускаем. Все просто и легко. Все, пока стоит тут танчи. Вилаша. Так. Синтек резнул. Каску лапу пристабав по нему. Все вышли там. Давай, фулл АУЕ даем в эту пидерсию во всю. Так, дал не зыбку. Фулл АУЕ, максимально АУЕ даем. Бать лагает. Прям не обламывайся там и кровь вампира давай, и не зыбку отдавай биг дэмэдж. Прям не обламывайся, похуй, похуй на рейд. Стоим возле кубов, ждем спешку, скоро будет. Сначала босс докастует. 5 секунд. Сейчас сначала босс докастует, потом будете нажимать, смотрим. Так. Скелеты. Нажимаем. Угу. Все, отпускаем. По-моему, не было на мне, сейчас после коста заберешь. Не было еще коста вроде. Да, ничего не было.
Сейчас готовься. Череп. Скелетов зергаем. Сейчас я грипну одного. Зукля будешь фирять под боссом. Вот, вот этого гриппа. Я понял, нахуй. Бургер сдох, нахуй. Ладно, пускай бургер полежит пока. Скелетов все хуярьте. Два скелета. Про босса забудьте, хуярьте скелетов. Вот возле босса милики разъебите. Быстрее его. Стан ему какой-то, фир паладины. Дайте ему фир, чтобы он ту залупу свою не кастовал. ПКД ему. Еще один скелет где-то бегает. Били того, нет? Вспышка. 5 секунд. 5 секунд вспышка. Вставайте возле кубов. Еще гера есть. Не-не, после вспышки. Демоны. Архидемонов можно гера. Давайте, фулл ДПС по боссу. Вот кубы нажали, фулл ДПС по боссу. Там этот портал разрушится, может два демона успеют выйти. А геру даем? Нет. Отпускай. Тут, кстати, скелет бегает, если что, так. Все в скелеты вон переключитесь. Короче, забывайте про босса, скелета бьем. Нихуя себе скелет, блядь. Я с тебя не забрал, блядь. Вадикон, давай, Вилашу резай. Играем по демонам. Короче, одного демона черепок убейте и босса переводим. Каску лапу пристабав. Ой, Вилаши. Все, босса переводите, потом к решетке пойдем. Потом по демонам будем играть, как босса переведете. Если не зыбка есть, давай. Переводите босса быстрее. Все, пошел в центр. Пошли скелеты эти ебаные, хули они там стоят. Давай сюда. Все, сало, эмфир. Таун, нахуй, всю хуйню. Хуярьте скелеты все, про босса забудьте. Сейчас два скелета добейте. Так. Два демона убейте. Дайте там какой-то массейв, наверное, да, и пока демоны живые. Еще и хуярим. Вы Вилаши заберу. Угу, я тогда после рарника буду. Так, история даю истерию. Давай немножко выведи с решетки, а то может он заивэдится в этой решетке, босс. Только в зеленую лужу не отлети. Там тотем на ману поставьте, бисер там на ману зачитай. О, нихуя я говорить могу. К сожалению. А кто это говорит, может говорить? Бургер. Вы это, если что, простите, пожалуйста, я первый раз вообще в этих инстах. Ну, честно.
Да ничего страшного, все бывает когда-то в первый раз. Первый ШМ, первый лещ 25 гер. Все это было. Зато он единственный ретрик с колбой здесь, блять. Ну хоть какой-то плюс. Короче, даю незыбку. Вадикон, залей синтеку. О, маунт. Ебало эти маунты, блин. Кто там посох хотел? Сразу кидайте ролл на маунта. Так, 95 пэса. Да ёбаный в рот, блядь. Поставьте маги портал в минор, пожалуйста. А сейчас это... Ну, мы... Блядь. Где ты? А. Так. Два сердоля там по-любому будет. Так, сумка на кого бог пошлет. Эники, беники или вареники. Оп. Игрок не найден, сука. Оп, отдал. Кто это? Сука, сам себе отдал, охуеть. Надо ее выкинуть, чтобы в следующий раз еще раз отдать. 20 ячеек удалить. Так, посох. Крит хаст, две дырки. Поебень, конечно, посох этот. Так, ну синтек единственный, кому это за 100% надо. Келья пишет 50%. Точно будешь брать? Ну так посох у тебя, блядь, на 2 этом левел ниже посох, нет? Или... Короче, у Келья крит хаст кинжал какой-то. Я не знаю, у него с катушкой. Келья, ты будешь брать или мне синтеку отдать на сову? Потому синтека. Короче, я не понял нихуя. Синтеку надо отдать тогда. Ой, да здравствует сова. Критхаст, силовой шлем. Обоссанный, никому не нужный, наверное, на распыл. Так, это я распылю. Так, перчатки, критхаст. Тканевые. Тоже распыляю, да? Так, забираю. Короче, у меня есть посох, я о нем забыл. Слышишь? Ну а да, обратно кили. Так у того тоже есть посох инструктора. Да. А у меня тоже есть посох. Ну плюс ГПС по соточке, да, будем, да и все. Короче, всё, понятно. Кому его? Да, блять, продайте вендору его. Печать пустоты. ГП по соточке, чтоб не забывали, да. Чё-то тут все ушли. Синтек. Вот синтек. Ебать, две яшмы нахуй. Я ебал. Я прям реально не забыл. Так, я этот самый... У меня еще один посох есть. Ну, больше ЭГП тебе не отниму, блядь. Не, это еще какой-то посох у меня есть в сумке. Да понятно, блядь. У меня коллекция всякой хуйни на друиде тоже. Да, ты выкинь. Немножко подкопишь ЕП. Я вообще, блядь, годами хожу без этих печенек. Две штуки только. Я тоже сейчас быстро отведу.
Сейчас быстренько ёбнем королей, грулян. Кару пронесем фастом на печеньке. Не, я это. Я пас. Любитель кары. Я 25-ки люблю, а 10-ки нет. Я туда бы пошел, если бы там реально, блядь, пачка, которая не прям все знают, прям за полтора часа, если закрыть. Ебать, я бы сходил. Но так как гарантии нету этой хуйни, я не люблю туда ходить. Постоянно с нуля учиться, все это, блядь. Да и времени столько нету. У меня полтора часика примерно еще. Ну, погибель, да, заебись, ебаните погибель, чё. Печенька, не лишняя. Я это, прошу прощения, там, у Эрела. А тут есть какие-нибудь подводные камни на этих вот, блядь, королях? В плане, а ты кто? Бургер, все тот же. Ну, подводные камни... Не кидать лужу. А вообще, да почему? Там бить только два моба. Это Лок и этот Кеглер. Ну на Кеглер отбегать, как на Злуджи, не надо. Там молнии такие. Ну видишь. Вот, да в принципе, нихуя сложного нет. Бьешь и все. Лока, Приста и Кроша. Кроша, если по глазу вы не бьете. Ну и в конце только короля бьете и все. Подводные камни уже на груле будут. Там посмотрим. Так, что у нас? Локи есть какие-то? Ладно, короче, вы хотите перекур, я так понял, идите курите 5 минут. Ну что там? А вы квест забрали, да? Да, я сдал еще. Блять, не гоните охоту. Шерните, точнее. Я протокол. Так. Чё у нас тут? 3ДКшника. Биг дэмэдж. Твой будет черепок. Знаешь, да, как его танчить? Он же стаки, да, делает? Да. Так, твой черепок. Я буду крестик. Луну будет Вилаша. Сбивать ему косты надо будет, не забывай. И оставшиеся два. Короля и треугольник. Рарник. Так, если Рарника превратит в овцу, то Вилаша там, блять, этот, надо будет стаунтить, если пойдет Кеглер в сторону рейда. С пула там никто не бьет, как обычно. Когда откроется босс, там уже на, после напулов, смотрите на Омен, на агро. Не сорвите, потому что будет вайп. Так, Песа. Вначале стоит. Рарник. Так, все готовы. Даю отчет. Это только для танков. Так, крестик открылся.
Короче, маги, все три мага стопните пока. То сорвете, будет вайпрейд, да? А то вы там в куче стоите, прилетит бомба и всех вокруг вас убьет. Так, я буду незыбку давать. Ну и там готовьтесь захиливать. Сейчас после этого коста, наверное, будет. Готовимся. Так, захиливаемся. Так, луна активная, РДД луну бейте. Получается стаки скинуть, биг дэмэдж? Да, один раз получаешь, второй нет. Там смена стаков с третьей на вторую секунду, когда на себя наводишь мышку, на свой дебаф. Если на пятой секунде будешь нажимать панцирь, всегда будет скидываться. Снова крестик активный, по крестику бьем. Так, незыбку в этот раз и Вилаша ты будешь давать, готовься. А то у меня КД еще. Хотя не, у меня от КДшится, все нормально, 10 секунд. Так, готовимся захиливать. Дохиливаем. Биг дэмэдж захилить. Треугольник активный, треугольник бьем. Илики тоже можете бить, только если умеете отбегать. Бургер, посмотри, как они отбегают. Тоже можешь побить. Вилаша, выбери в цель треугольник, если он превратит в овцу рарника. Вот этот каст не забывай сбивать, молитву исцеления. То готовься стаунтить, если вдруг овцу его превратит. Вырубай, отбегай от молнии на кеглере. Не лутайте урон лишний, то может и шотнуть вас. Отойдите. Так, луна активна, опять луну бьем. Треугольник, когда закрыт, его откидывает, там рейндж от него 30 метров, там или 40, держите. Он там петов постоянно откидывает. Треугольник опять активный. Все треугольник бьем. Что-то мало его слили первый раз. Вроде минуту открытый. Так, что-то какая-то хуйня, да?
Давай, Вадикон. По синтеку. Призен ставь тотем. Бисер гим на ману. Или у тебя ЖКД было, что-то не понял. Жмал уже. Типа когда тотем сказал или до этого? Раньше. До этого. Хуёво. Тотем в никуда получается. Ну, что я могу вам сказать? Думайте, что-то с маной делайте. Потому что один-единственный гимн остался. Олм активный. Все по черепку играем. Проклятие диспелем. ДПС вообще мало, блядь. Магии диспелем проклятие. Синтек тоже. Ай, блядь. Хуёво по мане совсем. ПС, я смотрю, отдал гимн. Ну, давай этот, Буря-бай, возложение рук на не люблю. Не надо, не надо, не надо, у меня сейчас будет. Бургер, возложение рук на бисера дай. Рарник. Пока ладно, не давай. А в звук... какой этот бисер? Пятый. Я увидел. Там еще собака будет. Так, вот там замедление коста кидали, да? Так, интересно, кто... Сбежали. Кеглер открылся. Треугольник бьем. Что-то ДПС совсем мало. Как будто не бьете. До гимна 2 минуты еще. Нормально, нормально. Фул мана почти всех. До половины мана. Он у синтека половина. В принципе, сейчас получше. Нихуя. Захиливайтесь быстрее. Вернулся в рейд, да? Так. Кто из них там больше ДПС отдает? Ну, в принципе, надо этих РДДшников резать. Синтек в четвертой пати мага резай. А Вадикон в центре резает. Только не вставайте сразу, подождите, пока пройдет эта хуйня. Олм активируется, все, вставайте. Мага захильте. Щиток ему. Второй маг вставай. Щиток. Каску лапу пристабав. Олм объем. Кто короля бьет? Давайте Геру фулл ДПС по Олму. Милики, все бусты свои отдаем. Пробуем добить его. Там баг есть с агро, там не обязательно, что кто-то бьет. Просто АОЕ идет. И агро багается. Вообще, собаки вообще не таунтятся, им вообще похуй, короче. Да забей хуй на собак, бейте этот лока. Зергайте его. Сейчас экзекутка будет. Хотя уже не успеваем. 8 секунд. Вон, тогда в следующий раз добьем. Луна активная, луну бьем. Здесь мы долго нахуй. Сколько минут еще комнат, блять? Сколько мы их пиздим? Да хуй знает, полчаса уже пиздим. Так, крестик активный, РДД бьем, крестик. Айновен сдох, нихуя себе.
Бисер сухой. Зукля, давай по бисеру возложение рук. 5% маны хоть реснет. А я на биг дэмэджа отдавал, у него лоу хп было, я быстро кинул. Хуёво. Так, бисер, давай гим на хп. Пэса тоже давай гим на хп. А, поздно уже нахуй. Я понял, блядь. Кеглера добивать. Милики, идите бейте кеглера. Только отбегайте на мол. Там что маночка дышится? Не дрочитесь там у собак. Поэтому мы будем бить сейчас еще полчаса, блядь. Только отбегайте на молниях на этих ебаных. Там не сложно. Сколько у шамана там тотем? Я даже думал, под гимн. Ебать. У ПС бля, опять героя вы... Зачем вы бьете его? А, меня превратили. Вайп, ложимся. Надо походу слепоглаза там ближе тончить с этой хуйней. Не заходите, сдохните. Тут еще не свейдились мобы, не заходите в инст. Наверное, сейчас 10 человек ошибку словят. На рарника идут мобы. Не гоните ДПС. Че вы там, не бьете что ли? Что-то не понимаю. Нет, там еще нихуя нету. Ну, Пет будет дохнуть на этих. На слепоглазе, на кроше, блядь. На этом, на шамане будет дохнуть. Пет только лока может побить. Залупа какая-то, а не ДПС. Биг дамаж, он топа сдох 2000 ДПС.